Здравствуйте. Вот сейчас хочу показать, как от одного двигателя, вот у меня 1,7 кВт, 1360 оборотов, он запускается от руки. Я подключу трехтысячник, то есть 3000 оборотов, 2860, 0,37 кВт, то есть мощность у него меньше. Вот этот двигатель 1,7 кВт будет запускать 0,37 кВт, вот этот 3000 оборотов. И двигатель 1,7 кВт будет работать в режиме генератора. То есть я вот подключил выводы. То есть вот начало вот обмоток. Начало одной обмотки к началу другой обмотки. Соединение звезда у всех электродвигателей. Ну и сейчас начнем. Значит, вал я раскручиваю с помощью руки. Вот сейчас подключаем двигатель. Сейчас заработает один, потом включу другой. Включаем. Он запустился. Вот у меня пакетник. Сейчас смотрите на вал. Включаю пакетник. И трехтысячник начинает вращаться. Ну, конечно, электроэнергии расход будет большой. Но в качестве просто, допустим, не у всех есть конденсаторы. Допустим, несколько там двигателей надо запускать по отдельности. Не у всех есть так много конденсаторов. То есть, в принципе, вот все работает. Получается трехфазное напряжение 220 вольт. Вот все работает. Можем выключить. Выключаем. Двигатель работает один. Вот 1360 оборотов. Еще раз давайте включим. Он включается без всякого конденсатора. То есть, допустим, там один двигатель, второй двигатель, там третий, может еще там какой-то там станок, еще что-то, какое-то оборудование. В принципе, все можно делать от большего двигателя подключать. Если, допустим, этот двигатель 1,7 кВт мы запускаем от руки, то уже 2,2 кВт мы от руки не запустим. Можно с помощью веревки запустить. Можно взять 5 кВт, будет большой электродвигатель. От него можно уже там 4 кВт запускать. Ну, вот, чтобы главный электродвигатель был по мощности меньше, чем больше, чем который запускаем. Ну вот как бы. Давайте еще запустим. Все, спасибо за внимание. Ну, трехтысячник идет. Все, выключаем. Нету никаких конденсаторов, пожалуйста, вот смотрите. Все от руки. Все, спасибо за внимание, до свидания. То есть работает в режиме генератора. До свидания.